Всем привет! Продолжаем тему про туризм. И на этот раз у нас, как вы знаете из названия видео, ножик, ложка, вилка, нож. Подарок продавец положил вот такую фенечку. Интересную. Часто они ложат подобные фенечки на руку с рыбкой. Достаточно красивая. И сам ножик. Там у продавца есть несколько вариантов по цвету. Я выбрал красный. Мне он показался более интересным. И видно издалека, что тоже очень хорошо. Колечко здесь, конечно же, у нас никакое. Его нужно тут же заменить на более хорошее, либо вообще выкинуть. Собственно говоря, оно тут не особо и нужно. Что мы видим? Это у нас нержавеечка. Все разбирается на три части. Или на две. Все-таки на две части, хотя я думал, что на три. Отдельно у нас получается вилочка. Такая. Это у нас ложка. Ну, достаточно удобно, я думаю, будет кушать. Нормальненько так, из нержавеечки. Да. Также у нас есть вот такой ножичек. И он еще с открывашкой. То есть, если где-то что-то надо порезать, мы можем порезать. Нож идет острый. Не скажу, что тут лазерная заточка, но достаточно острый. Резать будет хорошо, и карандашик можно подточить. Конечно, так вот бумагу он не порежет, но нам это и не надо. Хотя режет и бумагу. То есть заточка заводская есть и достаточно нормальная. Тут у нас какой-то след от клея. Это все почистится. Да, ножик отдельно не разбирается. Ну, на мой взгляд, достаточно интересная штука. Давайте взвесим, сколько оно у нас весит. Фиксируется. О, кстати, очень интересно. Вот смотрите, в сложенном состоянии оно не разбирается вообще никак. Разобрать нельзя. Но стоит только открыть вилку, и он как бы сам разъединяется очень легко и просто. То есть это сделано достаточно грамотно и хорошо. Класс. Вот эта функция мне очень нравится. В сложном состоянии это одно целое. Разобрать нельзя. И тут оно разъединяется просто само. Класс. Здорово. Не знаю, как вам, а мне вот это очень понравилось. Особенно тем, что само не раскроется, не разъединится и не потеряется. Так. Весит у нас 117,5 грамм. Вот такая интересная штучка. В дорогу, в поездку, в поход. Я считаю... удачным приобретением. Ссылочка на эту ложку, вилку, нож внизу под видео. Выходите, покупайте. Есть несколько цветов. Мне нравится. Смело могу рекомендовать. Ссылка внизу в описании. Всем пока. Конечно, хотелось бы, чтобы был еще чехольчик для такого ножика. Но чехольчика, к сожалению, нету. Его, в принципе, можно пошить и самостоятельно. Либо из кожи, либо из брезента, либо просто там из какой-нибудь ткани. Ну и так, ну, в общем-то, удобно носить, маленький, аккуратненький. Так что, не знаю, мне очень понравилось, и я действительно могу вот эту штуку рекомендовать к покупке. Я доволен. Ссылка в описании. Всем пока. До новых встреч.